Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Робзи, и добро пожаловать в Brawl Stars! И у нас сегодня новая нереальная битва! Два совершенно разных бравлера! Героиня Биби против ниндзя Тары, Эпик против Мифика, Ближник против Дальника! И кто же сегодня выиграет в этом тесте, мы с вами узнаем в конце видосика, поэтому обязательно досматривайте до конца, ссылочка на оригинал будет в описании, и приятного просмотра! И, кстати, читая комментарии под своими видосиками, я нахожу сообщения от моих подписчиков, которые пишут, если прямо сейчас за 3 секунды поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, то есть шанс, что выпадет Лего либо новый бравлер. Давай проверим. Раз, два, три. Успел? Спасибо большое и приятного просмотра. Итак, бойцы выходят на арену. Первый раунд. Ниндзя Тара против героиня Биби. Небольшое расстояние. И победу одержала у нас Биби. Серьезно? Окей. Да, Биби в первом раунде выигрывает пока что 1-0. И давайте так, пока вы не досмотрели видосик, напишите прямо сейчас в комментариях, кто, по вашему мнению, должен победить или за кого болеете вы. Я лично болею, наверное, все-таки за Тару, потому что, возможно, Биби ее отдубасит, поэтому я болею за слабейшего. Ну, возможно, будет наоборот. Мы посмотрим с вами в конце. Я этот видосик ни разу не смотрел. Итак, второй раунд у нас ближняя дистанция. Я думаю, что здесь вопросов не должно возникнуть. Биби побеждает. Скорость атаки просто невероятная. Откат огромный. И теперь у нас первый тест с ультой. И победу одержала Тара. Тара одержала, получается, 2-1. Стоп. А почему не засчитали? Здесь было бы 2-1. Стоп. Почему 2-0? Я что-то не понял. Так, теперь другая ситуация. Здесь у нас две стенки. И теперь тоже с ультой. И это у нас ничья. Реально ничья. Вы посмотрите, они одновременно друг друга убивают. И нет, кто же первый умер? Так, смотрим. И кто живой? Да, получается, все-таки. А нет, Тара еще жива. Они реально одновременно погибают, это просто... А, нет, смотрите, автор показывает, что Тара остается жива. Окей, плюс один поинт. Почему-то только плюс один, должно быть плюс два. Ребят, запоминаем в уме, что плюс два. То есть сейчас у нас должен счет быть по-настоящему 2-2. Итак, смотрим дальше. Смотрим дальше, радиус атаки, Тара здесь выигрывает. Это у нас 2-2, но должно быть 3-2. В пользу Тары, конечно. Дальность атаки супера, здесь безоговорочная победа за Биби. В общем, мы один поинт держим в уме. Так, кто больше нанесет урона в упор сундуку, снимает 13%, у нас снимает Биби. Сколько снимет у нас Тара? Смотрим. Раз, два и 12%. Сколько? Да, на 1%. 4-2. Сколько у нас урона нанесется ультой? Ну, конечно, со стеночками. 17% сняла ульта. Смотрим, что у нас делает Тара. Тара снимет очень мало. 3%. Это типа у нас 5-2. Ну блин, я болею за Тару. Так, кто быстрее? Я думаю, здесь быстрее опять же Биби. Биби это ближник. А хотя, смотрите. А, нет. Биби вырывается вперед. Биби обгоняет. Да, буквально полсекунды, но обогнала. А, нет, на долю секунды, но все-таки быстрее была Биби. Это 6-2. По факту 6-3. Смотрим. А, сможет ли она сбить, получается, своим ударом ульту Фрэнка? А, это не сможет. А, я такого... Это впервые такой тест. Слушайте, я не видел такого теста. Сможет ли сбить ультой Фрэнка ульту? Не сбила. А Тара сможет сбить. А Тара сможет. Смотри, он заряжает ульту, Тара... И... Хлоп. И все. Тара сбивает. То есть, в принципе, 1-1. Да, у них здесь полно. Итого 7-4. 7-3, но мы помним сами. 7-4. Кто больше выдержит? Здесь Биби. Потому что, во-первых, это ближник. Во-вторых, у нее больше хп, потому что она ближник. Здесь, в любом случае, победа за Биби. 5,7 секунд и 4,5. Но мы сами еще на этом не заканчиваем. Будем смотреть. Куча тестов. Так, у кого быстрее перезаряжается атака? Здесь все понятно. За 2 секунды, за 2,2 секунды перезаряжается у Биби. У Тары перезаряжается намного дольше. Я думаю, что перезаряжаться будет в раза 3 дольше. Я около на 5-6 секунд. Да, 5,4. То есть 2,5 раза дольше перезарядка. 9,3. Офигеть. Итак, у кого быстрее заряжается ульта? Один удар, два удара, три удара. За 2,3 секунды. Смотрим, как будет у Тары. Так, смотрим. 3, 2, 1. Погнали. Давай, Тара, давай просто. Раз, два, три. И давай. Тут и Тара тоже проигрывает. Просто проиграла в два раза. 5,5 секунд. Это просто жесть. Я, вот честно, я болею за Тару. Возможно, она в конце сможет вытащить.
Так, за сколько она заряжает ультой и Да, смогла ли она с ульты зарядить ульту? Ну, здесь не сможет. Еще один поинт, серьезно, 11-3. Вы что, с ума сошли? Так, сколько урона несет Биби массовым ударом? А, за 0,6 секунд зарядила. Ну, у Тары будет дольше. Смотрим и... А, Тара здесь победила! Окей, за 0,5, за 0,5. Так, сколько получается автокарга мультиплеер? Сколько урона нанесет или что получается? Я так и не понял. За 0,1 секунду... За 0,1 секунду набрала, получается, ульт. А здесь за 1,6... Я не понял. Намного быстрее... Да, намного быстрее набрала. Окей. Кто больше урона несет? У нас пушки. Я думаю, что Биби, возможно... Да, Биби даже не добежала. Кстати, автор говорит, что нужно подписаться. Обязательно, ребята, подписывайтесь на мой канал. Каждый, кто сейчас смотрит, должен подписаться. Смотрим, какие варианты здесь у Тары. Ну, здесь достаточно любой удар, хотя бы тычечку сделать. И нужно колокольчик прожать. Обязательно. Да, здесь победа. Так, с использованием ульты. Ульту бросает. Дальше ничего не делать не может. Ну, смотри, Нифига себе. Получается, она 17% сняла своим долбанным шариком. Так, бросает ульт. И тут победа за Биби. 13-5. Ну, мы помним, 13-6. Итак, кто больше удержит босса? Смотрим. Ну, я думаю, здесь побеждает Биби. Конечно. Конечно, она еще отталкивает. Ой-ой-ой, она же будет отталкивать ее почти каждый раз. Вы посмотрите, что творит. Она может его постоянно отталкивать. То есть не давать подходить, байтить. Ой-ой-ой-ой-ой, да, конечно. Слушайте, если здесь хотя бы один хп снесется пушки, я буду сильно удивлен. Я буду реально удивлен, но мне кажется, что... Хотя нет. Ну, давай. И перфекто. 100% хп остается у пушки. Такого, конечно, Тара повторить, ну, никак не сможет. Да, Биби, конечно, красава. Просто красиво раскайтил босса. Здесь будет совсем иначе. ХП у Тары меньше. Она отталкивать, то есть, станет не может никого. То есть, увы, с простой атаки она сделать такого не может. Да, ребят, напоминаю, что каждый бравлер в этом тесте 9 силы. Да, у босса остается 10к ХП, как только тот добирается до пушки. И все. 85-15% ХП. Здесь, да, поинт идет Биби. Теперь с использованием ульты. Посмотрим, что будет. Но я думаю, что опять же здесь Биби выиграет в любом случае. Она опять же точно так же отталкивает. Точно так же все делает. Ой-ой-ой-ой-ой, как ульта нафигачила. Вы видели, что сделала? Вы видели, что эта гадина сделала? Она просто взяла и ультой между деревьями заспамила. Просто заспамила это Биби. Нафигачила так, что у босса снялось дофигища ХП. Так, снова отталкивает. И снова 0 урона наносит босс пушки. Тара, увы, такого не сможет повторить. У нее есть, конечно, да, станящая атака массовая. Ну, Тара, понимаете, это такой, скажем так, бравлер-компаньон. То есть в тиме, знаете, она вот когда массово против троих сразу. Если она их зашкребет в свою атаку, просто, ну, это все капец. Ну, что она сделает? Нет, если бы был у нее ульт с пассивкой, здесь бы было все иначе, ребят. Ульт с пассивкой, конечно, был зарешал. Ну да, здесь в любом случае босс один разочек ударил. 2% хп все-таки снял. Итак, следующий тест у нас. Кто быстрее зафармит сундук с дальнего расстояния? Теперь начинает у нас идти Биби. Биби идет, добегает, начинает бить. Раз, два, три, 4 удара по сундуку. Итого 7 секунд ровно. Посмотрим, что будет в этом у нас вопросе у Тары. Ну, я не думаю, что нам намного быстрее зафармит, потому что ей нужно тоже подойти. Она, конечно, может начинать фармить уже сдалека. Но опять же, а нет, победа! Но все равно, ребят, 15-6. Ну, 15 даже 7. Смотрим, что у нас будет в упор. В упор у нас, думаю, ситуация будет 1, 2, 3 и 4. 4 удара, 3,7 секунды. Смотрим, как будет у Тары. Я вот не помню, убивает Тара с 3 ударов ящик или нет. Раз, два, три, и давай, Тара, победа. Фух, хоть здесь немножко отыгралась Тара. Смотрим дальше. Ящики. Биби бьет на пофиг, смотрите, просто. Хлоп. Да, здесь, конечно, без вопросов. Биби здесь победит, я думаю, здесь бесспорно. 2-3 удара, все. 8,5 секунд. Смотрим, что делает Тара. Увы, она не пробивает вот эти вот, понимаете, огромные стенки. Она может пробивать ящики, но не может пробить стенки. То есть в любом случае она будет медленнее фармить. То есть, ну как ни крути, ребят. Увы и ах, понимаете, она фармит по 3 сундука, по 3. То есть как бы автор не изгалялся. То есть он красиво делает все правильно. То есть максимально экономит удары, но Тара не зафармит так быстро.
на 10 секунд дольше. Итак, теперь с использованием ульты. Ага, то же самое с ультой. Запустила свой шарик. Офигеть. Шарик вынес с одной стороны, Биби вынесла с другой. За 4,6 секунды. Я вторым напоминаю, что нужно поставить лайки. Всем вам нужно ставить лайки. Так, бросает ульт и, ну, сильно не поможет. Я думаю, что, ну, совсем не поможет. А, хотя, подожди, она снесла... А, ульт снес ящик, вернее, тумбочку эту. Но, в любом случае, быстрее. Быстрее, но не так быстро, как Биби. В три раза дольше. Итак, максимум урона. Биби наносит за один удар сколько? 14,5 тысяч урона. Сколько нанесет Тара? Смотрим, и это у нас будет около 5, наверное, да? А 8200. Опять победа за Биби. 17,7. 18,7. 18,8 пускай будет. Ничего себе. Нифига себе. 25 тысяч ультой. 25 тысяч ультой. Смотрим, что сделает Тара у нас. И это будет около десятки. Это у нас будет 15700. Неплохо. Неплохо, но Биби на любом случае проигрывает. И теперь что у нас? А, кто быстрее зафармит этих мобов? Окей, смотрим. Биби начинает фармить. А, с одного удара. С одного удара. Просто щелкает с одного удара. 4 секунды. Тара таким показателем, увы, похвастаться не сможет. То есть она будет фармить намного медленней. Она, хотя, видите, делает все правильно, то есть аккуратненько. То есть, но все равно за 4 секунды зафармить, увы, никак не сможет. Все, фарм прошел в 2 раза дольше. Нет, это хороший показатель. 10 секунд это круто, но, увы, это не топовый показатель. Так, смотрим с ультой. То же самое, только с ультой. Так, набивают ульту, бросает. Бросает еще... Офигеть, просто 5,4. 5... Мне кажется, она, подожди, она без ульты быстрее зафармила. Теперь у нас с ультой использует Тара. Так, бьет. Удар, удар, ульта зарядилась, бросает всех вблизи. И вот надо было вот 5,3, ничего себе. Тара здесь побеждает, с ультой Тара победила. Итог какой? Тара занимает второе место, Биби занимает первое. Счет 8-20, но по факту 9-20. Но опять же, один поинт, роли не сыграет, победила Биби. Я, конечно, болел за Тару, я надеялся, что она выиграет, но Биби оказалась сильнее. Поэтому, друзья, на сегодня видосик заканчиваем. Не забывайте ставить лайки, подписочки, колокольчики. С вами был как всегда Робзи, хорошего настроения и всем покедов!